Здравствуйте, с вами команда Nokia NTR. И сегодня мы вместе с вами разберемся в том, какие рисунки протектора бывают, в чем их отличие и каким образом монтировать эти шины на автомобиль. Первое, что бросается в глаза, когда приходишь в шинный магазин, многообразие видов рисунков протектора. Некоторые из них чем-то схожи, другие уникальны, но все в той или иной степени отличаются друг от друга. Кроме того, в зависимости от того, какой именно тип рисунка протектора используется, зависит то, как следует монтировать шину. Конечно, всегда можно попросить шинного специалиста сделать это самостоятельно, но иногда бывает и они ошибаются, и здесь важно проконтролировать ситуацию. Но на самом деле не все так сложно, как кажется на первый взгляд. Основных рисунков протектора не так много. Направленный рисунок протектора. Сильной стороной такого рисунка является сцепление. Вот почему большинство зимних шин Nokia NTR нордического типа имеют именно направленный рисунок протектора. Монтировать данные шины следует так, чтобы указанная на боковине стрелкой направление вращения совпадало с фактическим направлением вращения шины на автомобиле. Асимметричный. Сильной стороной такого рисунка протектора является управляемость, прежде всего на асфальте. Вот почему в ассортименте компании Nokia NTR такие рисунки протектора в основном используются для центральноевропейских зимних шин, а также для летних шин. Монтировать такие шины следует по принципу внутренней и внешней стороны шины к автомобилю, при этом направление вращения не имеет принципиального значения. Ненаправленный. Сильной стороной такого рисунка протектора является возможность быстрой перестановки шин на автомобиле. И, как правило, данные рисунки протектора характерны именно для коммерческих шин и шин для грузового транспорта и иногда шин для тяжелых внедорожников. Устанавливать такие шины можно любой стороной, и вращение их допускается также в любую сторону. Другие рисунки протектора также бывают, но это уже малая группа от общего объема шин на рынке. Таким образом, будьте внимательны, следите за тем, как смонтированы ваши шины, и это обеспечит вам максимум свойств от шин. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и следите за новостями. С вами была команда Nokia NTR. Безопасных вам дорог!